попала я к выпускнице школы королевской йоги Лене Антоновне. Хочу сказать об этом человеке, что я считаю, что она очень хорошую базу мне задала для дальнейшего моего обучения в школе. Потом я занималась год с Наташей Маевской. Конечно, это самый лучший год был, потому что я почувствовала изменения именно на физическом, на физическом уровне, и тело силу приобрело. Еще хочу сказать, что самое важное — прислушиваться к себе, к тому, что ты хочешь. Препятствия и обстоятельства, которые могут возникнуть на пути. Нужно стремиться к цели, нужно стремиться к своей мечте, потому что на пути можно получить много ценной и полезной информации. Можно встретить людей, достойных людей, с которых можно брать пример. Можно себя на прочность и упорство. Поэтому, если ты чувствуешь, что это твое, если ты понимаешь, что находишь отклик в своем сердце, то нужно пробовать и дерзать. Большое спасибо хочется сказать учителям за этот год, за поддержку, понимание.